Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простой и низкокалорийный торт мандарин. Это сочный и вкусный торт с шоколадным коржом, ярким вкусом мандаринов и нежным муссом на рикотте. Для коржа нам понадобится 40 грамм любой цельнозерновой муки. У меня это 30 грамм муки зеленой гречки и 10 грамм миндальной муки. Но можно выбрать и другие варианты. Я сразу соединяю сухие ингредиенты в сите, так как их мы потом будем просеивать к остальным ингредиентам. К муке добавляем 20 грамм какао, 5 грамм разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Отдельно соединяем жидкие ингредиенты. 100 грамм натурального йогурта без добавок и 2 яйца. Тщательно размешиваем венчиком. И просеиваем к ним все сухие ингредиенты. После просеивания тесто очень легко размешивается. Доводим до однородности. Получается довольно жидкое шоколадное тесто. Выпекать я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутрь выкладываю круг пекарской бумаги, слегка смоченной водой. Перекладываем тесто. И отправляем корж выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 30 минут. Пока выпекается корж, можно заняться начинкой. Для начинки и мусса суммарно замачиваем 15 грамм желатина в 90 граммах воды. Оставляем набухать по инструкции. А пока подготовим мандарины. Очищаем от шкурок примерно 550 грамм мандаринов. И разделяем на дольки. Очень важно выбрать вкусные, сочные мандарины, так как от них будет зависеть вкус всего торта. Пробиваем дольки блендером до жидкого состояния. И процеживаем через достаточно крупное сито. Таким образом, все жесткие шкурки не попадут в начинку, а мякоть и сок пройдут через сито. Помогаем процеживанию с помощью ложки. Получается примерно 330 грамм мандаринового сока с мякотью. Из них 20 грамм оставляем для пропитки и 50 грамм для глазури. К остальному соку по желанию можно добавить немного цельных долек мандарина. Мне нравится фактурность начинки, которую они дают, а также их яркий вкус и сочность. Чтобы освободить дольки от белых пленочек, делаем надрез по внутреннему краю и аккуратно снимаем пленки. У меня получилось примерно 100 грамм очищенных долек. Можно взять больше или меньше на ваш вкус. Сок нагреваем на плите до горячего состояния, но не кипятим. Так мы сможем сохранить часть витаминов. Отделяем часть желатина по весу, это 42 грамма. И перекладываем в горячий мандариновый сок. Тщательно размешиваем до полного растворения желатина. Сюда же выкладываем дольки мандарина и подсластитель по вкусу. Оставляем начинку полностью остыть. Тем временем корж испекся. Его готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Когда корж остыл, снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и проходимся ножом по бортику, чтобы легко его вынуть. Срезаем неровную шапочку. Оборачиваем корж отстатной лентой и тем же кольцом 16 см. Пропитываем. У меня в качестве пропитки 20 грамм мандаринового сока, но можно выбрать другой вариант. И так как мы будем заливать достаточно жидкую начинку на желатине, я предлагаю поставить форму с коржом в морозилку на 5 минут. Теперь начинка быстро застынет от соприкосновения с ледяной формой и точно никуда не вытечет. Отправляем в холодильник до полного застывания начинки примерно на 2 часа. Для ванильного мусса нам понадобится 400 грамм рикотты и 240 грамм мягкого творога. Они должны быть комнатной температуры. Эти ингредиенты можно взять в любой пропорции. Можно частично заменить их творожным сыром. Можно также использовать безлактозную рикотту, рецепт которой уже есть на моем канале. Мне очень нравится мягкий вкус рикотты, поэтому в моем торте она преобладает. Добавляем подсластитель и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Оставшийся замоченный желатин отправляем прогреваться до полного растворения. А рикотту с мягким творогом тщательно пробиваем блендером до однородности.
Добавляем желатин к остальным ингредиентам. Повторюсь, они должны быть комнатной температуры. И еще раз воспользуемся блендером для объединения этих ингредиентов. Получаем гладкую однородную массу. Удобнее всего частично или полностью переложить ее в кондитерский мешок. Для сборки торта нам понадобится подложка, на которой будет подаваться торт, застеленная пищевой пленкой. Переставляем корж с начинкой прямо в форме на середину подложки. Если вы будете собирать в этом же кольце, то можно сюда же сверху залить мусс. А если в кольце большего диаметра, то снимаем кольцо и ацетатную ленту. И устанавливаем кольцо диаметром около 18 см. Снизу плотно запаковываем его пищевой пленкой. Внутрь кольца выкладываем ацетатную ленту. И здесь также, чтобы мусс никуда не вытек, предлагаю отправить всю эту конструкцию в морозилку на 5 минут. Теперь при соприкосновении с ледяной формой мусс очень быстро начнет застывать. Промежуток между формой и коржом я заполняю из кондитерского мешка. А сверху выливаю оставшийся мусс. Можно немного потрясти для выравнивания слоя. И отправляем в холодильник на 4-5 часов до полной стабилизации. И я вам покажу, как можно приготовить оранжевую глазурь для мандаринового декора. 50 грамм мандаринового сока процеживаем через мелкое сито, чтобы в глазурь не попала мякоть. Добавляем 15 грамм сухого молока, у меня это сухое кокосовое молоко. 1/3 чайной ложки куркумы. Немного подсластителя. И тщательно размешиваем, чтобы не осталось комочков. Переливаем эту смесь в сотейник. Добавляем 2 грамма желатина, заранее замоченного в 12 граммах воды. Отправляем эту смесь на плиту и прогреваем до растворения желатина, но не кипятим. Когда глазурь остыла, переливаем ее в кондитерский мешок и оставляем остывать до легкого загустения, примерно 28-30 градусов. Когда торт стабилизировался, снимаем с кольца пищевую пленку и аккуратно достаем ее, не поднимая торт. Снимаем кольцо, ацетатную ленту и можно декорировать торт. Какой бы декор вы ни выбрали, подтеки или рисунок на торте, глазурь должна быть не слишком текучей. Лучше всего проверьте ее готовность не на торте, а на другом холодном предмете. И если она растекается, то охладите еще немного. Произвольно декорируем торт. У меня будет просто мандарин. И тортик готов. Очень простой и вкусный мандариновый торт. Давайте его разрежем. Внутри у него шоколадный корж, сочнейшая начинка из мандаринов и нежный ванильный мусс на рикотте. Это очень вкусно. При этом готовится совсем несложно. Этот торт во многом перекликается с другим моим рецептом торта яблоко. В нем другой способ сборки, начинка и корж, но вы можете комбинировать их любым способом. А результат – такой же низкокалорийный, вкусный и красивый торт. Конечно, торт с мандарином можно смело рекомендовать на новогодний стол. И особенно приятно, что праздничный торт низкокалорийен, без глютена и, при необходимости, без лактозы. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!